Ангел мести. Решающий матч для нашей команды, но особенно для Мигеля Вилларинго. Какой момент! Гол Висенте Кардаля! Гол! 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 Гол Расинга де Лорео! Пако Фуэнтес делает пас назад. Вратарь ошибается, и мяч оказывается в воротах. Куда мы едем? Нужно кое-куда заскочить, а вы сидите в машине, ясно? Пап, ну ты же обещал, что завяжешь со ставками. Времени навалом, расслабься. И не говори так со мной, я не мама. Барселона, Реал, Леванте, Атлетико, Мадрид, Гранадилья, Севилья. Вот так... Доброе утро. Бывало и добрее. Хуанхо, нальешь кофе? Хочу 40. Что? Договаривались же на 30. 30 было бы, если бы ты пришел, как условились, к началу. А теперь риски выросли в 4 раза. Хуанхо, это все, что у меня есть. Послушай меня, мне нужно 40. Эй, вы куда идете, дети? Здесь мой отец. Твой отец? Какого черта вы здесь забыли? Серьезно, пап? Я же велел ждать в машине. Все все им здесь не место. Знаю. Старик, я быстро. Идите, сядьте там рядом с рулеткой. Бегом, 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 бегом. Садитесь. Хуанхо, налей чего-нибудь. Можно мне сок? Да, дорогая, садись. Апельсиновый? Да. Тебе принести? Нет. Держи свой сок. Come on.
Может, сходишь за сумкой со сменной одеждой? Ну и видок. Тебе что-нибудь принести? Да сумку. Понял. Господи. Я сейчас. Иди. Папа! Пап! Чего? Я же просил подождать. Лидия! Ты... Лидия, прошу, подожди. Даниил, постой у двери, ладно? Иди к двери, давай. Иди, жви. Это не то, что ты думаешь. Нет, конечно нет. Объяснишь? Я знаю, что я обещал завязать. Но в этот раз я не проиграю. Можешь мне поверить, клянусь. Ну ты и Кристи. Послушай меня, Лидия. Прошу, я не могу объяснить, но я знаю, что они забьют. Смотри. Они сейчас забьют. Смотри. Пусти. Мы выиграли. Лидия, мы выиграли. Мы сможем закрыть все долги. Это твои деньги. Возьми. Возьми, Лидия. Серхио, все кончено. Лидия, прошу, возьми их. Какого черта здесь творится? Лидия, а о чем вы, шеф? Все к стене! К стене! Вали! Все назад! Повторять не стану! Живо! Давай двигай! Я непонятно сказал, к стене! Ты чего встал? Пошел, встань к стене, живо! Особое приглашение нужно! Тише, я... Давай! Спокойно, Пошел! Да, сейчас. Мама! Живее! Встань к стене! Да понял, я понял! Будете слушаться, мы вас не тронем. Ясно? Мама. Бумажники, на стол, живо! Хорошо. Только хорошо. Успокойся. Кому сказал, шевелитесь! Тихо. Спокойно, тише. Вот, держи. Успокойся. Живее! Это все. Черт, кто-то нажал тревожную кнопку. Нужно сваливать. Нет, не стреляй, открывай только автоматы. Не стреляй! А ты сейф, давай! Понял, спокойно. Ты чего? Эй, отдам вам что? Деньги и все. Пойдем, валим, Берите, старик! Уходите, мне проблемы не нужны. Не хочешь проблем, открывай автоматы, там кэш! Пароль от автоматов знает только босс. А ты, значит, не босс? Копы уже едут, старик, сваливаем нафиг! Дай ему, что он просит. Открой сраные автоматы, живо! Черт подери, ты сын Хосе Рамона. Закрой рот! Ах ты, поганец мелкий! Такой же кретин, как и отец! А ну, проваливай, пока я тебе не всыпал! Убирайся! Пошел отсюда! Стоять, я сказал! Что ты тут вытворяешь? Не двигайся! Убирайся, живо! Пошел вон отсюда! Не трогай меня! Господи! Какого хрена ты творишь, чувак? Совсем спятил, придурок! Валим скорее! Валим! Ну что? Доволен, сукин ты сын? Теперь ты счастлив? Да в жопу тебя! Отвечай, говори, старик! Ну, ты доволен? Отвечай! Опусти пистолет! Доволен? Опусти пистолет! Слышишь? Опусти живо! Опусти живо! Ты что делаешь? Опускай! Господи! Не стреляйте! Тут еще шаги! Тише, все хорошо. Помогите! Эй, выходи! А! Что? Господи! Все в отдаче отхода! Назад! Нам нужно подкрепление, пожалуйста. У нас оцепление зала игровых автоматов. Преступник вооружен. Эй, закрой долбаную дверь. Живо! Ранен офицер. Ранен полицейский. Быстрее. Закрываю. Пошел. Лукас. Есть новости? Нет. Держи, переоденься. Пабло, почему не отвечаешь? У нас ограбление, заложники и раненый офицер, которого нужно срочно оттуда вытащить. Нову, а уже в пусть. Что случилось? Знаю, ты просил отпуск, но ты мне нужен. Вовремя, как всегда. Привет, Коста, это Нейра. Прости, не слышал звонок.
Что-то срочное? Коста, это Нейра. Прости, не слышал звонок. Пабло, Пабло. Если что-то случится, ты себе не простишь. Сейчас ты ему ничем не поможешь. Да. Обещаю, мы никуда не уйдем. Поезжай давай. Хулио, это Нейра. Выезжаю из больницы. Буду через 10 минут. Передай Косте, пожалуйста. Пока ты за главного. Нужно успокоиться и подождать. На улице полно копов. Все будет хорошо, обещаю. Может, помолчишь? Мы здесь из-за тебя. Ты! Открывай автоматы! Погоди, погоди! Не бей, прошу! Открывай автоматы! Сука, открывай эти чертовы автоматы! Я не знаю пароль! Или хочешь кончить, как он? Только он его знал! Хочешь сдохнуть так же? Тогда открывай! Открывай твою мать! Открывай твою мать автоматы, ты кретин! Показать, как это делается? Видишь, как просто, да? Теперь ты. Вы все повторяйте за ним, ясно? Вам ясно? Ясно, ясно. Открывайте автоматы. Чего? Успокойся. Ты тоже, давай. Живее, болваны. Я из полиции. Пропустите. У нас ограбление есть заложники. Нужно подкрепление. Убрать гражданских с улицы. Как поняли? Дальше я сам. Как там мелкие? Потом поговорим. Там срочно нужна помощь. Поняла. Пабло, все хорошо? Да. Хулио сказал, ты просил выходной. Рой в порядке? На соседней улице тихо. Ему нужна пересадка сердца, но мы первые в очереди. Почему ты мне не сказал? Я уже приехал, так? Нет, езжай к сыну. Нурия, я в больнице бесполезен, а здесь нет. Офицер еще живой? Мы пока не знаем. Здания напротив защищены, так что передвигайтесь спокойно. Мне нужны детали, прежде чем зайдет переговорщик. Понял. Дай мне 3 минуты. Держи. Коста. Мои парни следят за дверью с обеих сторон. Антивандальное стекло, двойной пакет, но проблем не будет. Готовы войти по приказу. Отлично, ждите. Торрес уже здесь. Парни на позиции. Дорогой, все хорошо? Это срочно? Ладно, я перезвоню. Пока. А что с внутренними камерами наблюдения? Ждем, когда компания даст нам онлайн-доступ. Ясно, поторопи их. Мне нужно срочно увидеть помещение. Хулио, ты со мной. Прикроешь переговорщика на входе. Я буду искать щель в окне. Роберт, Хота, вы по углам. Улица ваша, ясно? Вперед! Thank you.
Ангелы, прием. Все готовы? Ангел 2 на месте. Ангел 3 на месте. Ангел 4 на месте. Ангел 1. Пабло. Я на месте. Дай мне 2 минуты. На кону много жизней. Стрелять можете только наверняка или если переговорщик даст сигнал. Ясно? Ангел 1 принял. Бельт-1 принял. Готово. Купюры! Только купюры! Можно, можно попросить чего? Одолжение? Прошу, отпустите их. Завали хлебало! Сергею, Сергею, прошу, не надо. Отпустите их. Я сделаю что угодно, только отпустите. Это мои дети. Умоляю, пожалуйста. Они же дети. Сказал, заткнись! Успокойся. Папа! Нет. Нет, 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 нет. Пожалуйста, нет. Не стреляй, умоляю. Прошу тебя, не стреляй. Чего? Ничего. Я Ева Торрес. Переговорщик. Стою снаружи. Я бы хотела поговорить, чтобы не допустить жертв. Как вас зовут? Поцелуй меня в жопу. Послушайте, все еще может закончиться хорошо для всех. Скажите, что вам нужно, посмотрим, что мы сможем сделать. Я хочу вам помочь. Но мне нужно зайти, чтобы проверить состояние заложников. Вам придется меня впустить. Еще шаг, и я тебе башку отстрелю. Если с людьми что-то случится, моя голова полетит первой. Я должна войти и убедиться, что они в порядке. Скажите, что вам нужно. И я попытаюсь это достать. Стой там. Нет. Так, ты, нет. Иди сюда. Ладно. Нет, нет, послушай. Если возьмешь ребенка, в тебя сразу начнут стрелять. А прикрытие из него так себе. Возьми меня, я больше. Возьми меня. Смотри, возьми меня. Закрой пасть! Тогда ты и вставай. Мама. Нет, нет. Живо! Пошли все в центр! Я сказал, в центр! Бегом! Тихо, ты тоже живи! Да, мы все поняли. Давай, пойдем. Тише. Лежать! Лежать! Да, все, 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 хорошо. Да, да, так. У меня тут женщина. Выкинешь что-нибудь, застрелю ее, а потом тебя. Я захожу с поднятыми руками. Вам нечего бояться. Слышите? Ты! Да. Открывай дверь! Торрес, постарайся держать дверь открытой как можно дольше. Ангелы, наготове. Докладывайте обо всем, что увидите. Наш офицер жив, ранен в шею. Медики наготове. Закрой дверь! Торрес, тяни время, сколько можешь. Ангелы, есть что-нибудь? Ангел 1, ничего. Ангел 2, вижу ребенка. Ангел 3, ничего. Что там делает ребенок? Но вам не нужны камеры, срочно. Закрой дверь! Закрой дверь! Стой там! Вам нечего бояться. Я сделаю, что скажете, только успокойтесь. Нам всем надо остыть. Кончай болтать! И слушай сюда. Любой косяк, и ей конец. Ясно? Да, я вас понимаю. Мне нужна тачка, быстро. И никакой полиции, чтобы никого снаружи. Хорошо. Но мне нужно будет кое-что взамен. Договорились? Достань мне тачку, сука. Позвольте забрать офицера. Он сильно ранен. И детей. Выйду с ними, и полиция успокоится. Твою мать, мне нужна тачка, ты слышишь? Надо забрать его, иначе он умрет. Тачку! И закрой свой рот!
Хорошо, как скажете. Торрес, выходи оттуда. Я пригоню машину. Внимание всем. Переговорщик выходит, но у преступника заложник. Говорит Ангел-1, есть линия огня. Меняю позицию. Спокойно. Вы тут, босс. У тебя 10 минут, потом я всех перестреляю нафиг. Спокойно. Ты, закрой дверь! Я ненадолго, пригоню машину. Пожалуйста, давайте обойдемся без жертв. Я скоро вернусь. Цель стоит за колонной. Не стрелять. Оставайтесь на позициях. Всем оставаться на позициях. Преступник за линией огня. Всем ждать сигнала. Мне нужен четкий снимок этого козла, чтобы отправить в управление. Нужно его опознать как можно скорее. Ева, все нормально? Наш офицер долго не протянет, Нори. А этот парень просто псих. Да, нужно срочно всех вытаскивать. Это будет непросто. Коста, мы готовы. Пойдем. Бешеный сукин сын. Нам дали доступ к камерам наблюдения. Все купюры в сумку, шевелитесь! Хорошо, хорошо. Скажи девчонке, чтоб заткнулась! Мама. Детка, не плачь. Заткнись, чтоб тебя! Малыш. Есть картинка. Говорит Ангел-1, у меня частичный обзор центра комнаты. Шагнет туда, и он мой. Внимание всем. У нас есть внутренний обзор помещения. Мы заставим этого ублюдка выйти. Если получится, ликвидируем цель. Его нужно обезвредить. Всем ясно? Ставим заряды. Заходим через 10 минут. Любимая, держись там, я с тобой. Я отлучусь в туалет? Конечно. Смотри, закрой Мама. Глаза. Закрой глаза. Мама. Не надо, закрой глаза. Мама! Заткни ее, или я это сделаю. Мама здесь. Мама! Тише, Мама. Тише. Дочка. Мама! Мама! Сидеть! Тише, он просто ее успокоит. Лау. Лау, посмотри на Плюша. Плюш очень боится, видишь? Поможешь мне его успокоить? Пойдем. Пойдем со мной. Смелее, иди сюда. Со мной. Очень крепко. Вот так. Чш-чш. Успокойся. Не смотри, просто обнимай его. Плюш очень переживает, мы должны его успокоить. Парни установили заряды. Мы готовы к штурму. Женщину как щит. Остальные заложники сидят в центре, кроме детей. Они за баром. Если видите цель, стреляйте на поражение.
Мы выманим ублюдка из здания? А если нет, штурмуем. Всем ясно? Машина готова. Откройте дверь, чтобы мы могли поговорить, хорошо? Открой дверь. Это Ангел один, вижу заложницу. Я выхожу с женщиной. За мной не следить. Ясно? Иначе я ее пристрелю. Любая выходка и ей конец. Договорились. Нам всем важно, чтобы это поскорее закончилось. Какого черта он делает? Пабло, видишь его? Еще шаг, а он мой. Ты не одна. Ты думаешь, я тупой? Нет, я так не думаю. Я серьезно, послушайте. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось, слышите? И вы не хотите, чтобы кто-то из этих людей пострадал. Торрес, нужно, чтобы он сделал еще шаг вперед. Я медленно открою дверь, и вы убедитесь, что здесь больше никого нет. Стой на месте! Я сам подойду. Да, хорошо, вам нечего бояться. Я здесь, чтобы помочь. Ангел один, почему не стрелял? В чем дело? Пабло! Отойди от двери! Хорошо, вы тут главный. Успокойтесь, ладно? Спокойно. Нам только... Заходим! Ты! Лежать! На землю! Нет, быстро! Да, мой сын! Кому мой сын! Ему нужна помощь! Быстрее! Машины! Не двигаться! Давай! Быстро! Говорит Дельта-1, раненый гражданский, несовершеннолетний. Медика сюда! Срочно! Состояние заложников стабильное. Привет. Не волнуйся, все хорошо. Если будут новости, дам знать. Целую, любимый. Привет. Малыш, привет. Мальчик 13 лет. Пулевое ранение в затылок. Давление пульса. Что произошло? Сам пришел рано. Еще один. Здесь внутреннее кровотечение. Отойдите, отойдите, пожалуйста. Да. Привет. Не спускайте с него глаз.
Срочно в операционную! Быстрее, быстрее! Разойдитесь, дайте пройти! Тинсет? Уверена, что это пуля из пистолета грабителя? Да, босс. Он дважды выстрелил в отца, но пуля пробила стенку бара и попала в парня. Офицер в порядке? Да. Жить будет. Состояние стабильное. Сейчас оперируют. Коста. Хорошо, держите в курсе. Конечно, я позвоню, когда будут новости. Как он? Пабло, пожалуйста, тебе сюда нельзя. Как мальчик? Серьезно, уходи. Коста, он должен выжить. Это точно не тебе решать. Поговорим потом. А сейчас, пожалуйста, уходи. Как Рой? Все еще в интенсивной, да? Вот и возвращайся к нему. Иди. О, привет. Боец проснулся. Да. Как ты? А? Почему он не говорит? От наркоза не отошел. Что с тобой? Пабло, а? Как ты? Хорошо. Хорошо. Все хорошо, Рой. Я здесь, папа рядом. Отойдем на минуточку. Да. Да-да-да. Пабло, Пабло. Пошли. Мы с мамой отойдем поговорить. Мы ненадолго, хорошо? Пошли, Пабло. Что врачи сказали? Пока слаб, но показатели в пределах нормы. В порядке? Как ты? Все хорошо? Да, он в норме. А ты как? Не знаю, не знаю, Марта. Я не знаю, что произошло. Пабло. Пабло, милый, посмотри. Эй, поговори со мной. Что? Нужно было остаться здесь с вами, Марта. Там был мальчик. Не знаю, выживет ли он. Ему нельзя умирать. Нельзя, нельзя умирать. Я видел цель, видел. Но стрелять было опасно. Конечно. И я не выстрелил. Все хорошо. Он должен выжить, Марта. Все хорошо, слышишь? Пабло. Но я не понимаю, подождите. Там на месте нам сказали, что он жив. Он умер по дороге. Нет. Тут но как же так? Простите. Он ведь, он дышит. У него бьется да. сердце. Основные органы еще работают, потому что мы подключили его к аппаратам. Но мне очень жаль. Нет. Нет! Нет! Хочешь сока? Может, печенье? Уверена? Нет? Я оставлю их здесь, ладно? Смотри. Ой, как красиво. Интересно, о чем она? Давай я тебе почитаю. Что скажешь? Знаю, сейчас это небольшое утешение. Но донорство органов может помочь пережить утрату. Честно, после стольких лет работы я ни разу не видел, чтобы кто-то жалел о том, что пожертвовал органы любимого человека. Есть что-то успокаивающее в спасении жизни. Хорошо. Я согласна. Важно, чтобы все были солидарны. Меньше всего нам нужно, чтобы это решение навредило вашей семье. Я вас оставлю, чтобы вы могли обсудить. Нет необходимости. Хорошо. Согласен. Я постараюсь ускорить процесс, чтобы отпустить вас как можно скорее. Пойду подготовлю бумаги.
Хирург подойдет через пару минут. Спасибо. Проверили показатели? Коста. Да. Как всегда, вовремя? Он не впервые попадается. Наркотики, драки. Но ограблений не было. Ну что, есть кому сообщить хорошие новости? Его отец вечно оставлял последнее в той конторе, но он умер пару лет назад. Что ж, очень жаль, да? Босс. Будьте начеку. Простите, но вам сюда нельзя. Я только на минутку. Простите, но нет. Простите, вам... Это запрещено. Прошу, я хочу знать, что пожалуйста, стойте, вам нельзя туда. Стоять! Пустите меня! Я убью этого ублюдка! Лежать! Все. Я тебя прикончу, слышишь? Сокин, ты сын! Я убью тебя! Закройте ты сдохнешь, дверь. Сокин, ты сын! Успокойтесь, Сокин, пожалуйста. Иди в палату и не открывай. Успокойтесь. Все в порядке. Успокойтесь, пожалуйста. Почему вы его защищаете? Он заплатит по полной за то, что сделал. Он убил моего сына. Отпустите. Мне очень жаль. Нам всем очень жаль. Но вам нельзя здесь быть. Пожалуйста, встаньте. Да? Прошу вас, пойдем. Он убил моего мальчика. Я вас провожу. Мне жаль. Мне очень жаль. Мне жаль. Мой мальчик. Кажется, у нас только что появился донор. Надо оформить кое-какие бумаги, но семья дала согласие. Он здесь, в больнице. Если все получится, сможем оперировать уже сегодня. Спасибо, огромное спасибо вам. Вообще-то я не должна была вам говорить, но просто не смогла сдержаться. Так что не проболтайтесь. Конечно, не переживайте. Марта, в чем дело? Господи. Нет. Не может быть. Эй, вы куда? Стойте! Эй! Проверьте, пожалуйста, что все правильно. Когда мы сможем его забрать? Как только закончим с бумагами, мы упростили процесс, насколько возможно. Нет. Пабло. Сюда нельзя. Пабло. Нет, Пабло, нет, пойдем нет. со мной, пожалуйста. Что он здесь делает? Я разберусь, хорошо? Пабло, пойдем. Алехандро, Пабло, пожалуйста, почему? Прошу, Пабло. Как Пабло, прошу. Скажи мне. Антон, простите, я разберусь. Этого не должно успокойся, было успокойся, Пабло. Пабло, пойдем, прошу место. Тебя, Пабло. Это, успокойся, это... Пабло. Я... Пабло, пойдем. Нет. Я прошу тебя, Пабло. Я не могу. Это еще что за придурок? Давайте успокоимся. Нет, к черту пойдемте успокойся. Почему он приходил к моему сыну? Поговорим в моем кабинете. Ну уж нет. Никто не тронет моего сына, пока я не выясню, что это за мужик. Прошу вас. Знаю, Антон. Да, знаю, конечно, знаю, я облажалась. Но прошу, сделайте что-нибудь. Я бессилен, если отец отказывается. Попытайтесь, прошу. Я даже не знаю, где он сейчас. Ладно, я с ним поговорю, но это будет непросто. Спасибо. Спасибо, держите в курсе, ладно? Ладно. Мне правда жаль. Все нормально, его не отключили. Не теряем надежду, хорошо? Черт, все почти получилось. Почти получилось, Господи. Это моя вина, Марта. Есть определенные правила, и я их нарушила. Я поговорю с Пабло, родителями. Прошу тебя, хватит. Ладно. Тебе мало того, что ты уже натворил.
Можешь объяснить, какого хрена там сейчас было? Мне жаль, очень. Что? Правда. Я бы сделал что угодно, чтобы вернуться в это утро и все исправить. Что? Ты был там? Я видел преступника, но не смог. Твою мать! И что ты хочешь? Чтобы я тебя сейчас простил? Думаешь, у тебя есть право приходить и устраивать сцену перед моим сыном? Нет, но... Рой. Мой сын Рой. Он здесь, и он очень болен. Он умирает. И ему нужна срочная пересадка. Сердце. А Дани уже мертв. Дани мертв. Ты не спас моего сына, а теперь хочешь его сердце, чтобы спасти своего? Послушай, я не хочу. Не хочу, чтобы смерть Дани была впустую. Поэтому я подпишу согласие. Но убийца не должен уйти безнаказанным. Да. Я клянусь, он сгниет в тюрьме. Нет, нет, ты не понимаешь. Я подпишу согласие, и у твоего сына будет новое сердце. Но только, если эта гнида сдохнет. В смысле? Сделай то, что должен был этим утром. О чем ты говоришь? О чем просишь? Убить его? Я прошу тебя сделать свою сраную работу. Я не могу к нему подобраться. Пытался, а ты сможешь. Ты коп. Ты просишь меня убить человека? Я прошу тебя сделать то, что ты и так должен был сделать. Ты в курсе, что я могу об этом доложить? Вперед. Докладывай. Ты спятил. Мне уже нечего терять. Этот сукин сын получит по справедливости, можешь поверить. А мой сын... Мой ребенок, малыш, он не заслуживает смерти. Он ведь еще... Встретимся здесь через час. Он вне опасности. Но понадобится еще одна операция, чтобы восстановить челюсть. Босс, Пабло Нейро здесь. Дай мне минуту. Как твои дела? Нянчусь с этим козлом. Лежит, отдыхает. А как этот? Угомонился, наконец. Да, идите. Вас там звали. Я подожду. Простите, я на секунду. Коста, Пабло, послушай. Я велела тебе оставаться с женой и сыном. Зачем ты приходил? За их прощением? Забудь уже о себе. Эти люди только что потеряли любимого сына. Ты хоть представляешь, через что они сейчас проходят? Нурия, это... Рой... А при чем здесь Рой? Ему нужна срочная пересадка сердца. Знаю. А погибший мальчик... Возможный донор... Нурия,
Если бы я выстрелил, этого ничего да, не было знаю, бы. Если бы ты выстрелил, парень сейчас был бы жив. И если бы я не разрешила тебе участвовать в операции, он тоже был бы жив. Нет, Нурия, я... Да, это и моя ответственность тоже. Я не хотела, чтобы кто-то погиб этим утром, так же, как и ты. И думаю, что этот придурок в палате тоже не собирался никого убивать. Но послушай. Дай мне секунду. Слушаю, Нова. Хорошо, поняла. Я знаю, что у вас сейчас был разговор с отцом. Подозреваю, что из-за операции. Но, Пабло, прошу, держись от него подальше. Знаю, ты переживаешь за своего сына. И именно ради него, слышишь? Ради него. Пожалуйста, ты должен быть сейчас с ним рядом. Рядом с сыном и с женой. Прошу. Я зайду позже. Мне жаль. Мне тоже. Нова. Не спускай глаз с отца и доложи, если снова увидишь с ним Пабло. Будет сделано. Он сейчас с женой и дочкой. Хочешь вернуться домой? Да, знаю. Но, детка, нам с папой надо подписать кое-какие документы. И поедем, да? А Дани? Дани... Держись. Ты ей сказала? Нет. Расскажу дома. Серхио, я хочу уехать. Но ты же не подписала? Подписала. Но он же и твой сын. Серхио, прошу, прошу, подпиши согласие. Пожалуйста. Давай уедем. Но, Лидия, пойми, этот коп мог спасти Дани. Он мог это сделать, но не спас. Не спас, понимаешь? А ты спас? В смысле? Что ты хочешь сказать? Что ты молчишь? Говори прямо. А? Ты винишь меня в смерти Дани? Я прав? Зачем я только поверила тебе? Thank you.
Как я говорил, сейчас ему нужен отдых, чтобы мы могли провести операцию. Доктор, мне нужно знать, можно ли провести эту операцию в другой больнице. Я могу связаться со своими коллегами из Сантьяго. Хорошо, тогда подготовьте все необходимое и как можно скорее. Я понял. Оглядывайся. Сюда, сюда. Зайди и закрой дверь. За тобой следят. Шевелись, вперед. Садись и начинай молиться. Вот так. Слушай меня. Я сделаю, что ты просишь. Но если ты не подпишешь бумаги, прежде чем тебя арестуют, я тебя уничтожу. Обещаю, твой сын будет жить. Его отец станет убийцей. Как мы это сделаем? Я ходил к палате, его охраняют два офицера. Ты ничего не будешь делать. Нет. Я хочу видеть, как этот ублюдок сдохнет. За тобой весь день ходят, а ты даже не заметил. Скорее всего, они отслеживают твой телефон, так что хочешь помочь, возвращайся к семье и успокойся. Откуда мне знать, что ты не врешь? Я буду стрелять из здания напротив. Из отделения гериатрии, откуда видно палату. А теперь уходи, ты достаточно помолился. Постарайся отвлечь копа в пиджаке. Отец парня только что сел в такси. Нову, а я же сказала не спускать с него глаз, что было неясно. Но мы хотя бы знаем, что он не в больнице. Это меня ни разу не успокаивает. Я перезвоню. Нужно найти Пабло Нейра. Проверяйте каждую койку, но отыщите мне его. Готовимся к транспортировке. Надо убрать парня из больницы. Срочно! Рой? 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 Эй! Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Я не знаю, что случилось! Помогите, пожалуйста! Здесь направо, пожалуйста. Мы разве не в центр едем? Нет, я кое-что забыл в больнице.
Да, вертолет, я же уже сказала. Нет, это срочно, как ты этого не можешь понять? Ладно, отлично, спрашивай кого хочешь, но если что-нибудь пойдет не так, отвечать будешь сам. Парни, всем смотреть в оба. Кроме медперсонала, в палату никого не впускать, ясно? Никого, включая Пабло Нейра. Только нового и меня, все ясно? Остановите здесь, пожалуйста. Держите. Знаю, что вы думаете, но поверьте мне, тут большая сумма. Но... Стой! Ах ты, подонок! Чёртов вор! Всем. Птичка будет через 3 минуты. Седьмой первому прием. Мы нашли кое-что в капелле. Сотовый Нейра. Несите сюда и найдите мне Пабло. Спокойно, спокойно. Расслабься. Никто за мной не следил. С телефоном я тоже разобрался. Он убил Дани. Я должен видеть, как он сдохнет. Жди там. Его перевозят? Это 6-й. Подготовка завершена. Выдвигаемся по сигналу. Ты его видишь? Хочешь все запороть? Заткнись, хорошо? Видишь его? Тише! Мы тебя не тронем, слышишь? Спокойно. 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 Это он! Убей этого подонка! Стреляй давай! Стреляй! Внимание всем постам! Вижу птичку! Повторяю, вижу птичку! Чего тянешь? Убей этого ублюдка! Стреляй! Не могу. Стреляй! Последний шанс. Он прямо перед тобой. Стреляй! Я так не могу. Я не гребаный убийца. Ты что делаешь? Я не могу. Ты чего? Могу. Какого хрена? Черт! Ты что делаешь? Стреляй! Твою мать, стреляй! Стреляй! Ну стреляй же! Это твоя чертова работа! Проклятие! Твою мать!
Ах ты, сука! Хочешь, чтобы твой сын умер? Ты этого хочешь? Чтобы твой сын умер? Твой сын труп, он труп, твою мать. Снимай форму. Снимай. Быстрее. Птичка на месте. Ждем посылку. Вертолет уже здесь, босс. Отлично. Ну что, пошли? Вы двое идите вперед, а ты со мной. Стой, мы поднимаемся. Нова, что там с отцом мальчика? Он вышел из такси, спрятал телефон под сиденьем. А Пабло? Его никто не видел. Какого черта здесь происходит? Черт! Эй, стоять! Стоять! Полиция! Стой! Остановитесь! Стой! Руки на землю! Кому сказал? Отпусти пистолет! Стоять! Не стреляйте! Отпусти кому пистолет! Смотрите меня! Бросай пушку! Послушайте меня, пожалуйста. Прошу, послушайте. Вы все только усложняете. Он убил моего сына. И он будет за это наказан. Убьете его и потеряете еще больше. Вы потеряете все. Этот сукин сын убил моего сына. Знаю. И мне очень жаль. Но подумайте о жене и дочке.
Они уже достаточно настрадались. Не дайте им потерять и вас, пожалуйста. Опустите оружие. Серхио, отдайте пистолет. Мне жаль. Что там с Пабло? Его нашли. Смотри, его телефон. 15 пропущенных. Господи. Пабло, тебя ждет серьезный разговор, учти это. Смотри. Прочитай. Черт. Потом поговорим. Господи. Успокойся. Мой сын Роя оперирует. Он все подписал. Это прекрасно. А теперь послушай меня хоть раз. Хоть раз. И беги к жене и к сыну. Ладно? Дорогой, прости, утром я не могла говорить. Да, я слышал, в новостях передавали. Все так серьезно, да? Да. Потом расскажешь. Расскажу, конечно. Ты что-то хотела? Да нет, просто... услышать ваши голоса, но подозревающий Кастик спит, да? Спит, как же, ни в одном глазу. Эй, ты, поболтай с мамой. Что ты говорил, когда не хотел переодеваться? Громче, чтобы она услышала. Все готово. Можем начинать. Сказали ждать около 4 часов. Thank you.
шоколад, ваниль и сливки. Но это три вкуса. А мы договаривались на два, нет? Не складывается. Мне только два. А третий кому, Плюшу? Представляешь, как ему жарко с такой шерсткой. Ну ты и хитрюга. Ладно, выбирай. Привет. Привет. Это и это. Чему вас там на математике учат? Еще это. Ладно. Бери, что хочешь. Ну что? Все, готово? Ну что, Рой, улыбочку? Скорее, начинается! Побежали! Вперед! Режиссер Хуан Галиньянос. Продюсеры Эмма Лустрес, Боржа Пена. Автор идеи Хуан Галиньянос. Автор сценария Хуан Галиньянос и Альберто Марини. Оператор Алекс Де Пабло. Композитор Мануэль Ривьеро. Mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma.
все так.